Можно. Чё, Ну сколько пусть все начислений зайдут. с этого, с лопососа будем снимать? Ну, про Unroll. Да, далекую землю близко разобрал. Сколько у него полностью начислений? Ну, полтинник снимай, дай нахуй. Все равно у него, блядь, там начисления на год вперед, блядь. Ну, сколько? Лопасос. Разделите ЕП на ГП. Приравните эту шмотку к начислению ЕПГП. Посчитайте, сколько это выйдет. Короче, снимай с него 20 начислений и нормально будет. Ну этот, как его, слышишь? Будет себя плохо вести, будем еще снимать. Вой, да понимаешь, у меня пуха на кота с 10 нормы. Я хоть давайте какую-то бить. Поменяю уже. Все, бьем. Поехали. Так эту пуху бы никто не забрал, могли бы за 10% отдать, ебаный урод. Думали какую-то хуйню, блядь. А что за начисление? Можно поподробнее? Может быть. Это как кредит. Шел, блядь. Я лучше книжку почитаю, чем твою писанину, блядь. Шансон голосом. Ауру коня. Летать будем по часовой. Я все, я прилетел.
чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте серого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Не, хэпал сам сказал по часовой, сам летит против часовой. Найс, блять, стаки. Найс, портал у меня спиздили, блять. Скол тимплей. Разгром лево. Има в мага. Это ласт порты, да? Шансонг первый. Все, следующий. Красиво, кстати. Два кольца. Ничего, и плащ, купа. Вот Симбру. Ну как бисовый? СРСки 25 бисовый, Гер. Это тоже неплохая довольно-таки. Предбисовая. А дальше гильдии, да.
Но... Он нам РС танчил, напоминаю. Да попрёр, я далеко буду. Отдай глаза и стекло. Да, я винар. Отдай глаза и стекло. Да, похуй. Давай им. Что-то передумал, лучше с ледяных. Сейчас прибудет ее подкрепление. Это 10% так и так идет. Какое нахуй вы линкуете обычно? Хороший там она, блядь. Здравствуйте, дети. А сегодня у нас тема урока междометие. Ваша учительница Войд Ивана. Расскажите, вы как зеленого держите? Если чё, этот... как его, блядь? Турбо есть уже. Или ролик. В принципе, я был. Он Заряна. Сейчас на груле. На Сомервилле, я так понимаю. Он на Сомервилле сидит. Я уже написал. Он КД получил, пока груля не убьет, точно не зайдет. Блин, сквозь текстуру пройти нельзя. А чё там с Сомервиллем? Скоро приедет. Сомервилль был на прошлых выходных в рейде. Я ему размораживал ЕП, а потом он ничего не сказал. Это был, скорее всего, Турбо. Нету 1%, где вы такую хуйню увидели, блядь. Должно пахать. Да. У них мана нет. Блять, и Паш. Что? Так как бы давно уже убрали, что если нет маны, то... Вот давай, если... короче, если будет касс 3.9, с тебя столько голды. Не, не хочу. Ну, все тогда. Шкаф, лок. Перекур у нас будет, нет? Царь, походу, в мусор. А не тут, тут, тут. Царь, спишь, нет? Царь, ты тут, алло, нахуй. Давай. Царь, 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 приди. Царь, голову привезли. Лиса ноги развинула. HSV, блядь. Роллами запах. Надо плюнуть дружно в царя, чтобы он пришел. Сопроты? Зачем? Зачем тут сопроты? Ну, без сопротов били. Я слышу, я на твинков туда-сюда ползаю.
Где чувак? Что, турбо зашел, нет? О, турбо зашел. Нужен 10% АП тогда от кого-то, если раздавака уходит. Вивинар идет. Стопник вот. Вивинар идет и делает блада. Окча. Не на хосту, а на АП. Нет, вот это на АП. А тотем на резист, не. На сплаш мана. Ой, пока ты объясняешь, она уже успела бы сделать. Пиздуй, делай блада. Можно спекнуть просто самолизь, можно спекнуть, блядь. Так он в кукле будет, нет? Или я в кукле буду? В ретрике. В гере вряд ли. Угу. Да ё-моё, я врата уже поставил. Ну, если что, я на замене посижу в 10, так же прыгну вниз канал, надо буду затащишь. Раздаваку присвоить. Он не принимает, да. Да? А, окей. Хорошо. Кукли нахуй сидит. Текстур конхолик, сомалийский рейд. Это танк. Если мы раздавалку сумоним. Рыбу поставил. Понял.
бегом до тактики забываете, да? Надо подождать. Отличные новости, народ! Как усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Видите, омоложение на куклу, пожалуйста. Расход, расход. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Я, короче, застрял или в текстуре, или что, я не могу с места пошевелиться. Прыгаю, а подойти не могу. Все, я умер, я ужин. Это что за хуйню в ПМФ уйти? Кто? Ты. Ну ты Феникс, походу. Я умер от того, что, блядь, кто-то колбу ебанул. Колбу кто-то ебанул. В смысле, кто-то ебанул. Ну, в смысле, ебанул кто-то, блядь, меня взрывом унесло, потому что у меня половина КХП была. Она взрывается не от кого-то. Я ревогнусь, а то я все равно не могу ходить, чё-то, блядь. Помни. Он демон, вон. Мне кажется, или царь заговорил? Да, царь. Классную, кинь на замену вместо царя. Она... Нет, она была последняя, нахуй, по ДПСу почти, кроме микстурки. Я говорю по ДПСу. Кастиль если вылетел? Убить, да. Ну, если он вылетел, то можно его бомбить. Куда? Я ревогаюсь, я застрял на месте же. Да его нахуй. Ты от зелёнки, ну, от зелёного слизня застрял? Бывает тут такая хуйня. Ебать, не мутно 8 минут уебали, сука. О, скидай, пожалуйста, по КД положение, если не сложно. Хилы не должны сбегаться к цели зеленого, если у вас есть возможность. Особенно как Холли Павел.
Нет, не слышно. Сколько эта серьга охуенно, блядь. Шейпер пишет, что ему сложно. Первый слизень, блядь, и жмешь чешку, потому что у всех ебало нету, блядь. Каждый слизень надо чешку жать, да, по возможности. Это войско было. Еще одну ходку кинь, пожалуйста. Трупа. Бежать через лужу — это аплодисмент. Потому что стоял неправильно. Пришел Малик, пришел. Подожди, а кто был на слизне в прошлом, на прошлом треке? Ой, на слизне, в этой, в кукле. Что? На трае, когда мы его убили. А сейчас ну, давай в танк залезь в куклу, да. Сомались, если сейчас. Что я не так сделал, объясните. Он не всегда успевает плюнуть. Вот сейчас вот убил слизень. Кого плюнуть? Было договорено с первого слизня не плевать. Я его не плюю. Коплю рагу на сразу двух при переходе. Да. Как значит, сказал Бой. Я проебался делать. Было тогда два эрдру было, ты замедлял. Да, ты замедлял при двух эрдру. И плюс ДЦшник. И... Смотрите, у нас появился, блядь, Малик и царь обезьян, ебать. Мы хотим убить или дальше вайпаться? Да? Давай.
На этом трое хосли был слабый. А, не, пижу, на всех троих был слабый. Всегда умирал. Но меня меняй. Тогда я посижу на заднем. Войт бабник, сука. Каблук, нахуй. Тоже ты видел, какой интонации голоса твой? Да? Тихо. Это пока нормально. Терпи стула с пекой. Чисто теоретически мы можем еще и чулана спекать в ардроне, блядь, смысл будет ли или нет. Не, типа, чтобы... Давайте было... поменяем 277 вторую сову на эрдру 260, круто, да? А я бы Ршаму нахуй кикнул. Ну, себя, в смысле. Просто дай его пизды. Простю? Я себе, я съебаться хочу. Алиса, нахуй ты в ПМ пишешь, если я у тебя в ЧС? Ебать, она кого-то в ЧС кинула. Ой, я не тому написал. Пятое или восьмое? А, всех хилов нахуй в Даларан, блядь. А уже Алиса, блядь, что-то Гали пишет про меня, блядь, стопроцентная хуйня. Это кто такая, блядь? Это кто такая, блядь? Я это тебя помню. Галка? Да, пишу, типа, какой-то мудак, чтобы, короче, она тебя у меня не убила, ну, кто. Да при чём ты закройте рот? Ты нихуя даже не позаришь, блядь. Закройте рот. Шкаф поставьте. Сначала присумоньте людей. Босса мы не бьем в это время. Не вижу никакого объяснения. Турбо, дай МК. Какой на пул? У меня даже ни одного бафа нет. Спасибо, Дим. Дайте крест по шаманам. Нет бафа от еды. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал. Ой, ты можешь нормальный отчет давать на 10 секунд? Он не умеет.
может получиться что-то любопытное. Прочитать это заклинание. Сейчас рекаст будет. Рекаст, рекаст. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? А кто у нас был вторым игроком? Дайте, кстати, пожалуйста, Дживса после этого трая. Маша, по-моему, была ему. Я, нет, конечно, нет. Ничего не хочу сказать, но, по-моему, у вас Холи Паладин говно. Я алло, говорю, алло. Типа, три трая уже. Алло. Это Алёша говорит. Этот, короче, я не знаю, что там за бага, но когда я держу в таргете этого чучела, это, на него не кидается буйный рост. Просто не кидается. Он уходит мимо, а на него не вешается, только омоложение вешается. Тебе не надо буйный рост. Буйный рост тоже там регенит ему энергию. Но оно не кидается, просто не вешается. У меня почему-то на ордру все кидается. Да. Очень какой-то слабый холипал, я не понимаю почему. Но... Судьи, свет небес, 18 кастов, нахуй. Братан, 380к на хиле. Подожди, поля. Что за хуйня? 18 кастов, бля, 77к, блядь. У тебя что нахуй такое стоит? Может, у него скилл первого уровня стоит, хер его знает. Дживс, поставьте, пожалуйста, Дживс, если есть. Когда Дживс? Так, мы здесь саппорты не пьем, да? Поставил Дживса. Спасибо. Может быть, все-таки выпьем саппорты? Хотя мы вроде пили саппорты. Саппорты для козлов. Как это холипал выйти? Раскидай еще престов шипешников в четвертую и третью пати, чтобы они отхиливали. Че, дать нормально или нет? Я просто триню не успеваю настакать, а приход выпить. Ну, сука! Еще по атаке пуляли, был вообще шикарно. ЛПшки, блять, Алисаны. Кто там ДЦПС по мне?
там. Ну зад чему передай. Рекаст, рекаст. Нормально, нормально. Читаю, читаю. Лиса, чуть отходи. Зеленый. Колбе. Процентажом смотрите. 42. Я его уже стопал. Под стол пошли все. Слушай, вышли. Соберитесь, РДД.
Гера, если есть еще, дайте Геру медвея. Диван КД 15 секунд. Понял. Тут лужа растет, переводите в другое место. В другую сторону. Дал диван. Полба. Вообще красавчик. Поезд говно, нахуй. Осколок за тот сайт. Ну, да. У нас этот поезд, кстати, редко дропается. Нормально. Масса заслужил поезд. В смысле? Алло, блядь. Я тебе сейчас захуяю, нахуй, блядь. Бунт, блядь. Вообще офигело, где маун? Масса, давай роли. Ну и какая разница? Мы этим составом идем на синдром. Да? Конечно. Можно что еще там усилить как-то, но не знаю как. Осколок вот видишь? Танкует кто, да. Ба, холипалов что понизили, что ли? Я этот холипал через... А, вспышечник. Ну, то избыточно, это понятно, блядь. Стоять фул, блядь, кастить все время, да. Никто не доебывается, нахуй. Это дружеский. Турбаки полетными. Я не знаю, как тебе тот хпал, но под маликетом, по крайней мере, никто не сдох. Хорош. Да, ребята, мы пол рейда поменяли, нахуй. Что доебались-то? Бля, как же у меня башка. Сбегали все равно в зеленого херово. Не знаю. Алиса, ты бы еще пулила нормально, блять. Просто две чешки, это топчик. Я просто забыл то, что у меня аддон стоит. Ну, понял. Наверное. Блять, куда я побежал, ну? Синдру или че? Ебать, лича изи, нахуй. Лич проще, чем нахуй синдра. Я не выдержу 3 часа, я тебе честно скажу. На Синдре, да? Весь ссылка пронесли нахуй. За 2 часа, за 3 часа и на Синдре 3 часа. Поймай, пацан, нормально. Расставить ДБМ, настроить, чтобы раскидывал метки на глыбы и все. Изи. Ну, короче, чтобы метка соответствовала метке с глыбы, и все изи. Там только дегенерат не поймет, в какую ему это бежать. Я ну, прохлопал. 6 глыб, когда кидает, вот, да, можно понятно. Поставить. Мы 5 кило будем идти или 6?
Я сейчас зайду. Я сейчас приду, алё, блядь. Комнату нахуй. Да нормально. Я один суммонил, я 6 человек присуммонил, я не могу всех сразу. Мастер, сколько уже осколков? Да хуйня, 5. Да он пиздит. Он же пиздит второй рейд. Он нет, держит так в тайне, чтобы никто не схватил его. Только Шейпер знает, сколько у меня осколков было до целка. Нет, ты наебал. Я думаю, ты себе просчитал, сколько у меня осколков было. Да. Короче, свой план я выходил, чтобы не удалить осколки. Там дохли из-за заморозки тупых глыб. То, что люди не туда выносили и морозили рейд. Не умирали люди от удушения, умирали люди от глыб, которые от помп, точнее. Короче, лишние глыбы были, да и все. Это классно. Разошелся на лечанах. Кто-то зашел, да? Или нет? Не, никто нет, не нет, просто их убили. Время тут у них у каждого такое. Так пан вчера, блядь, дал нахуй рывок и просто пошанда, и все. Никто никого не откидывает. Я не давал душа! Я душа, блядь, не давал! Не пизди, надо самого ложь. А сейчас, дорогие дети, уроки пиздоболизма с учительницей Войдом Ивановым. Блядь, иди, обезьяна. Чё, охерел? Войд Иванов, нужно выйти? Мне в туалет захотело. Ну, так учителя говорят. Блин. У нас его на переменах какие-то... Ой, в туалетах какие-то дочки рисуют на стенах, и из-за этого у нас туалет не было. Босса, ты пояс хостой хочешь менять на пояс критом? А, или там хоста. А, там хоста. А, да-да-да. На бутылку лрай. Ты думал, что там крит. Нахера? Сцы. А, спасибо. Мистер Мастер, скажи. Да, тебе на клык нахуй на роли сейчас, блядь. Мистер Мастер, у меня вопрос к вам есть. Чё? Скажите, пожалуйста, вы наркоман? Да. Понятно, я так и знал. Что такое? Что за сваром, да? Да нет, ничего, просто и это риторический вопрос. Нет. Да нет, просто он наркоман и все. Бля. Да я его забрал самый первый нахуй, когда мы еще в Геро пошли. И после этого он больше ни разу не падал нахуй. Ебать, кольцо то же самое. Значит, топор уже третий месяц не падает. Там подвижность мог бы выйдется.
Void. Я последняя по ДПС, можно не приходить? Я тебе, блядь, не приду, да. Алис, ты наркоман, только честно. А, да, наркоман, потому что она не танчила лечом в хэме, боится, блядь. Void. Уса. Где я там додышила? Бомжей. Уса. Бомжей. Че, убили трэш? Нет, на тебя ГП ебаш. А тут бомбы вообще бомжи, да. У нас на X5 была гильдия Парагоны, блядь. Мы их так ненавидели, что ты там такие раки играли. Там всегда были, видишь рейди Парагона, кидай на лут Гандона, либо что-то тут. Так Voyage любит эту гильдию. А, и у нас, короче, если бомжей давали, нас называли бомжей Парагона Мина. Ну, она пусть меня забирает. Ладно, пойду покурю, да. Когда это было, не пойду, и другие гильдии... Эта гильдия решила на циркуле поиграть. Не, это не та гильдия. Этот парень был из тех, кто просто любит. Какой смазанец? Вот так у них же МТ выкинуло, нам без МТ тоже хуячить в этом видео. Почему? Мы в прошлом, когда мы чуть Келли не убили, нахуй, 30% оставили. По-моему, 10. 30, Войд наебал. Мы ж не били первые 15 секунд, Войд. Может, и сорвали бы. Раз эти 10-15 секунд мы потом под берсой бегали. Есень, блядь. Это шансон. Я перебил, там кто был. Тридцать метров. Понятно. Или 30 сантиметров над землей. Зачем вы сюда явились? Шара. Наркоман. Где ты там есть? Сопроты будем пить? Я буду. Двум танкам нужен этот фрошмон, блядь. Я бы предложил Шерпесту поспекнуть в холле Христа, но... Сопроты даёт.
Отхилите ты в пятером, но если на пятерох кинется, либо на троих хилов кинется, блять, освобожденка, вы нифига не отхилит. Шкафчик поставьте. Перед звездой ее поставь, нет? Для танка. Танка спереди поставь, да и все. Что это было? Кто обмен кидал? Я хочу сопрот. Блять, вы все обмен отменяете. Может, тут сопрота лучше выпить, или мы в дотафаску это били? Жалко, что контов нету, блядь. Сомалийский фрос шмотки есть? Пусть танкует. Есть. Куплю сопрот фрос шмотки, сука. А, все уже, блядь, я просто вышел, чтоб банк не тратить. Thank you.
Это подвинь череп чуть правее. Очень далеко бежать от звезды, чтобы скидывать стаки. Чуть-чуть правее подвинь его. Там что-то метров 15, это долго бегать. Подвинь чуть-чуть. Алисы нету. Мой уже лучше, да. Стоп. Подожди.